Вот, Кеша. Привет, Кеш, как дела? Привет. Я сегодня ногти покрасила. Этот Кеш сказал, попугая лучше красить. Ну, это там, не знаю, можно было собаку, конечно, но я боюсь, что он тебя потом съест. Кеш, а ты сейчас зеленого цвета или синего? Ну, блин, просто когда я уезжала, ты был желтым. Я просто боюсь, что мои родители... Ты, кстати, Кеш, ты живой? Тебя не зажгли, Кеш, я боюсь за тебя. Я скоро приеду, Кеш. Вот. Ну, короче, насчет ногтей, что-то мне не нравится, надо в это сходить. Жалко, что Марина Владимировна уехала. Мы с ней сходили. Кеш, вот я тебе обещала же купить подружку, только я не знаю, какую. Розовенькую или красненькую? Кошку. Кошку? А, тут говорят, кошку можно купить. Я согласен? Ну, ладно, хорошо, куплю. Спроси, бросил материться, нет? Материться, бросил, нет, спроси. Ты материшься? Ты больше пап не... Не уходит. Звонок прервался, это была Александра. Наденька, чё будешь?